Всем привет! Итак, вот который раз захожу, значит, на какие-то каналы, у себя это дело наблюдаю, и смотрите, что делает YouTube. Вот я нажимаю класс, и вы видите, а класс не ставится. Вот такая штука. Потом напишу автору вот этого канала, и посмотрим, был ли этот класс или нет. И много таких, значит, загонов на YouTube. Где-то, значит, какая штука получается. Давайте я вам на примере своего канала покажу. Итак, вот смотрите, когда вы заходите на какой-нибудь канал, есть ли такая штука? Вот у меня это, значит, такая проблема есть. Если я выбираю, вот, допустим, какой-то ролик, допустим, я его вот смотрю раньше как было, что я его, допустим, посмотрел. И потом возвращаюсь назад, и у меня, значит, включается страница с того ролика, который я, допустим, начал смотреть, да? Вот я мотаю, 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 допустим, чей-то канал, ну, на примере своего, конечно, включаю какой-нибудь ролик. Все, я тут что-то полазил, поискал какую-то информацию, допустим, вот видите, интернет у меня тоже не очень ахти. И я возвращаюсь назад на тот же канал. И смотрите, он, видите, он меня выбрасывает на начало. Хотя раньше он выбрасывал именно, как сказать, вот, если я начал с этого смотреть ролика, он меня назад выбрасывал именно на эту часть страницы. Потом я начинал мотать дальше, допустим, канал. Теперь, если я смотрю на канале какой-нибудь ролик, он меня выкидывает на начало и тем моментом не дает мне конкретно, да, дойти, допустим, до нижних роликов. Почему? Потому что, ну, надоедает, согласитесь, если 5-6 роликов поглядел и вот всю страницу, опять же, весь канал чей-то перематывать, это очень, ну, как сказать, ну, потом когда-нибудь помотаю. И все. Вот чем занимается, значит, YouTube. Ну, таких, короче, очень много. Я заходил на каналы, ставил лайки. Я вижу, что мой лайк не появился. Где-то что-то пишу, сообщение под роликом. Вот у меня есть такая штука, что у меня многие ролики не высвечиваются, допустим, вот в этой вот ленте, да? Вот здесь. А потом я захожу на свою студию, допустим. Открываю где-то комментарии, и у меня там валом не прочитано. Вот, допустим, 5 дней назад вы видите, что я, по-моему, на этот вот, не помню, я отвечал, не отвечал, нужно посидеть, и это дело все, если кто-то писал, я вам отвечу. Вот бывает такая штука, и это очень угнетает. Ну, такая информация. Все, всем пока, до свидания.